Итак, наша предпоследняя миссия — борьба за выживание. Давайте посмотрим наши плюшки. Так, карьера у нас практически уже заполнена. Что касается генерала фельдмаршала, надеюсь, я его получу в этой миссии. Постараюсь, по крайней мере. 400 очков — это очень много. Вряд ли, но шансы есть. Что касается всего остального... Ну, такое себе. Резервов у нас вообще ни о чем. Просто вообще жесть. Тратишь их как воду вообще, потому что с американцами вообще тяжело воевать. Нереально тяжело. Занять плацдарм вообще классно. У них, как говорится, здесь стоит радар, да? Это кто? Не успел прочитать. То есть воевать надо только танками. Так, смотрите, здесь есть радар в начале игры, можно захватить его, он стоит вот здесь, где-то в центре. Если мы его захватим, возможно, сработает секретка. Соответственно, по их позициям нанесет ракетный удар. Можно попробовать его взять. Попробовать. Просто ты посмотри, как изо рта работает, это же жесть. Что это такое? Комета? Не знаю, это был танк вообще, комета. Комет, ёпта. Комет, мы знаем. Не тупите, ребята. Вообще нельзя останавливаться, просто нельзя. Вчера вы, ребята, охреневшие.
вижу тут никакого радара. Радар, ребята, я не знаю, где он стоит. Возможно, мне он не по шарам. Ну, Шермана, Шермана, ребята, ну почему вы даете стрелять-то, Иван? Ну куда вы все смотрите, а?
радар. Сука. Сработал. Если это тот радар, он не сработал. Жаль. Что он не сработал. Пантеры, чем четвать тигры. Was brauchen Sie, Chef? Ist plötzlich der Frieden ausgebrochen oder? Ja. Ну что, мы едем дальше. Oh.
Потому что мы тут все захватили. Не знаю. Так, ну-ка. Давай-ка мы прошвырнемся сюда. Вот сюда, то есть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как же все это сложно, в орденах вообще воевать сложно. Красава, бля. Sichert. Die gehen in Angriffsformation. Taktische Befehle erhalten. Wir gehen in Angriffsformation. Uns geht mal besser. Можно проехать, а будьте любезны. Так, мне интересно другое. Если мы сейчас сюда отправим один хетцер. Leichter Panzer meldet sich zur Stelle. Panzereinheit drückt aus. Panzereinheit drückt aus. Die können sich auf Abwehr. Wir werden es ihnen schon zeigen. Die können sich auf Abwehr machen. Wir bekommen Druck auf. Wir werden es ihnen schon zeigen. Das hat gesessen. Holt uns hier raus. Zum Losrollen! Die Panzer rollen! Wir haben endlich was zum Spielen! Die Panzer rollen! Wow.
так встретил-то, а? БТшка какая-нибудь, что ли? Черчилите. Ой. Пионеры zur Stelle. Wir sind am Ziel angekommen. Давай-ка просто сейчас расшанем. Panzer hier. Aufmunitioniert und betankt. Wir werden sie überrollen. Rücken vor. Die Panzer rollen. Verstanden. Wir rücken aus. Hey, der Panzer ist frisch gemacht. Uns hält keiner auf. Panzer mit die Panzer rollen! Bring ihn ins Fetzen! Wir werden sie überrollen! Wir werden sie überrollen! Rücken vor! Rücken vor! Panzer bestätigt Befehl! Feindliche Truppenbewegung gesichtet! Видимо, это еще не все, да? Видимо, это еще не все. Итак, я думаю, что мы станем фельдмаршалом в последней миссии. А так, переходим, ребята. На поздравление остался последний рубеж. У нас 21 резерв остался. Всем спасибо за просмотр. Удачи увидеть с вами в финальном аккорде «Тяжелая рука» в компании Германии, Варденок и Чертобода.